купили в Леруа ванну. Ножек к этой ванной не было. Нам продали универсальный. Универсальный выглядит примерно вот так вот. Соответственно, они не подошли, мы их вернули. Взяли ножки от старой ванны. Сейчас я буду их отрезать болгаркой, сваривать и подгонять под размер, чтобы вот это все было очень плотно. Так вот продают Леруа ванны. На эту хорошую ванну не удалось найти ножки. Нашли какие-то старые, пытаемся их приварить. Они смотрят слишком вертикально. Соответственно, если на край ванны надавить, то может это все перевернуться. И начались проблемы за проблемами. Во-первых, три слоя самой дорогой краски потолок не прокрашивают. Надо ехать еще за одной банкой. Начала подтекать конденсационная труба. Два дня сушил, решил запенить, все равно где-то протекает. Лужа не уходит. Сейчас будем полностью менять всю канализацию. Весь прикол в том, что соединение двух труб находится внутри стены. То есть какие-то очень умные люди замуровали все это. Придется сейчас половину стены выдалбивать, чтобы до тут добраться. Соответственно, придется здесь все сейчас разбирать опять. У нас проблема, вот этот кран сечет. Менять надо и кран теперь еще. Сейчас буду вот это все ломать, полностью менять всю канализацию и покупать новую ванну вместо той.